Ну, а мы уже хотим и готовы пообщаться с нашими коллегами из Ялты. Надеемся, они тоже уже могут выйти с нами на связь. И замечательные люди, Криза, по таким названиям в Ялте состоится творческая встреча с потомками партизан. Знаковое событие приурочено ко дню освобождения города от фашистских захватчиков. Об этом поговорим с Викторией Шевченко. Она на прямой связи со студией. Вик, доброе утро. Кто выступает инициатором идеи и какие подробности о необычном проекте вы уже знаете? Александра, Дмитрий, доброе утро. Приближается знаменательная дата для всей страны – 75-летие Победы. К ней готовятся все. И, конечно, это тема номер один для театров. У нас сегодня в гостях режиссер-постановщик Корейского театра «Антре» имени Токмакова Елена Бондаренко. Елена, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что готовит в этом году ваш театр? Ко Дню Победы каждый год мы, конечно, стараемся подготовить премьеру, посвященную этой великой дате. И этот год для нас особенный. И в этом году выбор пал на пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Арбузов немного забыт в нашей стране, но пьесы настолько светлые и чудесные, и даже о войне он пишет светло и красиво. Пьеса охватывает период блокадного Ленинграда, потом мирное время, о войне, о любви, о дружбе, о идеалах, которые вписываются и в нашу жизнь. И, конечно же, очень хочется, чтобы этот спектакль посмотрели как люди старшего поколения, конечно, молодежь. Этот спектакль ориентирован на молодежь, так как он несет такое светлое какое-то зерно. Мы надеемся, что все получится. Надеемся. Мы стараемся. Премьера 8 мая именно ко Дню Победы за день. Ну и, конечно, мне хочется сказать, что, наверное, так складывается, что подбирается такая молодежь удивительная. И вот в этом составе, именно к этому спектаклю, очень талантливые ребята. Даня Колесников, Катерина Ястребова, Игорь Шубчик. Ребята, которые раньше играли на сцене, они играли детские роли, а теперь вот они выросли. И выросли, они стали студенты, да? Да, они стали студенты, старшеклассники. И вот, как говорится, вот мы доросли до этого спектакля. Эту пьесу было брать волнительно, конечно, в репертуар. Но мы надеемся. И, конечно же, будем ждать всех на премьере. Елена, ну у вас же каждый год проходят спектакли, как вы сказали правильно, премьеры. Я знаю ваш старый альбом. Да, старый альбом – это наш один из любимых спектаклей. Значит, сюжет родился случайно. И каждый год этот спектакль как бы усовершенствуется. Старый альбом, потом старый альбом год спустя. Вот представьте, героиня на старом чердаке старого дома находит альбом. Альбом, в котором ее семья на протяжении вот военных лет и мирных лет собирала фотографии, письма. И вот она раскрывает как бы историю своей семьи в этом альбоме. И оживают образы, оживают ее родители, ее бабушки, дедушки, их любовь, их подвиг, который вот, казалось бы, ну, так просто проходила жизнь, а на самом деле это был подвиг. Елена, я так понимаю, эту героиню вы писали себя, да? Я знаю, что ваш дедушка ветеран Великой Отечественной, да, войны. Поэтому правильно. Это альбом ваш. Да, Елена? Эта тема мне близка, и альбом как раз тот, играет сам альбом в спектакле, тот, который хранится в моей семье, как история боевого славного пути моего деда, который дошел до Берлина, Федор Емельянов. И вот этот альбом как-то вокруг себя и собирает творческих людей, потому что кроме этой героини, конечно, выходят на сцену и дети, и взрослые, которые играют тех героев, о которых мы говорим. Елена, я знаю, что ваш спектакль, вы берете в репертуары, конечно же, классику, но и вы ставите социально значимые. Такой вот у вас совсем недавно состоялся, и вы даже гастролировали по Ялте с ним, показали на сценах Дома культуры, да? Это... Да, вот этот спектакль у нас особый в нашем репертуаре. Называется он «Встать, суд идет». Очень тяжелая история. Современная драматург Ася Котляр подняла тему против абортов. И этот спектакль тоже направлен на молодежь, на юных, но и нас за него благодарили и более старшие зрители, потому что он трогательный, он сложный. Просто нужно увидеть финал. Просто нужно увидеть финал. И тут в зале, ну, спасибо огромное зрителям, которые смогли побыть в зале до финала. Елена, спасибо вам огромное за то, что это утро вы провели с нами. Я надеюсь, ваш театр будет достойно развиваться. Желаю
желаю вам талантливых актеров, талантливых постановок и всего самого-самого лучшего. Спасибо. Александра, Дмитрий, я передаю вам эстафету «Доброго утра». Спасибо большое, Вика. Желаю вам отличного настроения и только добрых новостей. Напоминаю, на связи была Ялта и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.